Маюшечка кайфует. Ну, хотел показать вам не Маюшечку, а одно из моих фирменных блюд. Это отварной язык. Многим он кажется странным. Да, Маюшечка, она вообще не любит его, даже как он выглядит. Но хочу сказать, что язык очень считается полезным. Очень такое хорошее диетическое блюдо. И вот я решил его немножечко покушать. Приятного мне аппетита. Спасибо. А еще у нас появилась такая крутая штучка, которая делает нам разные кофе и все, что с этим связано. Вот сейчас я делал вкус Милка. Получился горячий шоколад, типа. Что происходит? Что за девичники? Крутая поляна у них. Да. Пусть немножечко спутились. Подкачу к тебе быстрее, чем инфинити. Черт, глазами пилите. Введите меня на дипхаус. Вы меня все за, я хочу на Бали домой туз. Уведите меня на дипхаус. Я здесь усну и там. Как дела, Руслан? Супер. Хорошо, все, да? Все идеально, я сказал бы даже так. Мы с Глазкой не едим, у нас диета, мы... Круассаны нельзя тебе, тебе, да? Я тебе бомбаш показывал. Нормально, что? Есть что? Руслан, гордишься, что она круассаны не ест? Она ест круассаны, вы думаете? Угу. Периодически она не ест круассаны, а сам она ест. Не, на самом деле нормально. Мы, короче, решили, что нужно калории просто больше сжигать, чем употреблять. Соответственно, сегодня мы будем либо больше целоваться, либо больше разговаривать. Есть еще один вариант, конечно, но пока что мы... Сколько мы будем целоваться за этот круассан? Три. Так, у нас праздник. Настя в честь праздника и такого богатого стола поет. Давай, три, четыре. And I, я will always love you. Will always love you. Пожалейте меня. У меня перепонки лопаются, господи. По-моему, хорошие вокальные данные. Я вообще не понимаю, почему. Реально. А вы видели ее выступление на «Человек года»? Это ее был голос. Вы в песнях, замолчите только. Но брови вышка вообще. Борода-то нормально смотрится, кстати, но брови вот прям... прям я просто вышка. Так увлеклась пластическими операциями, что переборщила немножко. Да. А слушайте... Мне кажется, надо так и оставаться. Простите, а можно вопрос? Это кто? А можно вопрос, почему ее сейчас женщина? А можно...